Повисла дорога в район семь ветров. Наш подъем только слишком крутой. Той дорогой старенький мичман Петров, что таскал гуса тащит домой. И не то чтобы дума, продуктов нема, здесь скорее условный рефлекс. Коли можно чего-то набрать задарма, значит, нужно набрать и унять. Ужасно, трудно и мучительно к милому дому дорога набрал. Он столько тяжело в сумку сегодня набрал. Напрасно в его 59 лет поднимать столько много. Не бог, не усам, не устав, не сам черт пока не отменял. За Петровым урча, как большой снегоход, от натуги весь потный и злой. Мичман Зинок сам, как сегодня несет, из казармы, но тоже домой. Это что-то, быть может, ему ни к чему, но ведь мичман на то он и есть. Или что-то лежит и нет дел никому, значит, нужно тащить и унесть. Дорога, проклятая, скользкая, с ветром по морде, дорога, ей-бога. А куда дотащишь, ведь можно и путь надорвать. Но рогом, упершись, он саночки тащит к родному порогу. Тревоги. Все, что несет, разложить, разболтать, разоскать, разбихать, разломать. И по той же дороге, тем же ветрам, без саней, налегке и пешком. От родного борта к твоим мичманам я иду, и мне так хорошо. Вот не мичман, но тоже не глупо, не прост, даром что ли на флоте служил. Я сегодня до дома несу живой гвоздь, что на медне в казарме тащил. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишь ты такое? И, милая моя, с дальнего причала ты встречай меня. Главное начало. Пара-пара-пам-пам, пара-пам-пам, 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 пара-пам-пам. Спасибо.